Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Om namo bhagavate Narayanam namaskrityam Narayanam namaskrityam Naram chaiva narottamam Naram chaiva narottamam Devim sarasatim vyasam Devim sarasvatim vyasam Tato jayamudirayat Tato jayamudirayat Nasta praeshu vabhadreshu Nityam bhagavata sevaya Nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttama shloke Bhagavati uttama shloke Bhaktir bhavati naishtiki Bhaktir bhavati naishtiki We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, text number 40. Читаем Шримад Бхагаватам, вторую песнь, главу девятую, текст сороковой. Праджапатир дармапатир. Праджапатир дармапатир. Экада ниаман дьяман. Экада ниаман дьяман. Бадрам праджанам анвичан. Бадрам праджанам анвичан. Атиштат. Swartha kamyaya Atishtha swartha kamyaya Prajapatir dharma patir Prajapatir dharma patir Ekada niyaman yaman Ekada niyaman yaman Bhadram prajanam anvichan Bhadram prajanam anvichan Atishtha swartha kamyaya Atishtha swartha kamyaya Prajapatir dharma patir Prajapatir dharma patir Ekada niyaman yaman Ekada niyaman yaman Bhadram prajanam anvichan Bhadram prajanam anvichan Atishtat swartha kamyaya Atishtat swartha kamyaya Prajapatir dharma patir Prajapatir dharma patir Ekadani yaman yaman Ekadani yaman yaman Bhadram prajanam anvichan Bhadram prajanam anvichan Atishtha svartha kamyayam Atishtha svartha kamyayam Праджапатир дхарма патир Праджапатир дхарма патир Экада ниаман яман Экада ниаман яман Бхадрам праджанам анвичхан Бхадрам праджанам анвичхан Атиштхат свартха камьяя Атиштхат свартха камьяя Prajapatir dharma patir Ekada niyaman yaman Bhadram prajanam anvichan Atishtha svartha kamyaya Дословный перевод. Праджапатир, прародитель всех живых существ. Дхармапатир, отец религиозной жизни. Экада, некогда. Нияман, правила и предписания. Яман, принципы контроля. Бхадрам, благо. Праджанам, живым существам, Анвичан, желая, Атиштхат, находился, Сваартха, свой интерес,
Кам-я-я. Перевод стиха. Так Господь Брахма, прародитель живых существ и отец религиозности, желая блага себе и всем живым существам, стал следовать регулирующим принципам. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ведя неправильный образ жизни и пренебрегая правилами и предписаниями, невозможно достичь высокого положения. Тот, кто не ограничивает себя в чувственных наслаждениях, ведет жизнь животного. Господь Брахма, заботясь о благе грядущих поколений своих потомков, на собственном примере учил их, как ограничить деятельность чувств во имя исполнения высшего долга. Он сделал это, заботясь о благе всех живых существ, поскольку понимал, что они являются слугами Господа. Следуя его примеру, всякий, кто желает добра членам своей семьи и своим потомкам, должен жить в соответствии с принципами морали и религии. Идеалом нравственной жизни является жизнь преданного Господа, поскольку чистый преданный обладает всеми достоинствами Господа. С другой стороны, тот, кто не является преданным Господа, каким бы образцовым с материальной точки зрения человеком он ни был, на самом деле не имеет ни одного хорошего в полном смысле этого слова качества. Чистые преданные Господа, Брахма и его последователи в цепи ученической преемственности сами следуют всему, чему учат своих учеников. Ом гьяна тамарандасья гьянанджана шалакая чакшурмилитам йена тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам йена бутале Своям рупа кадамахьям дадати свападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Ята Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавамща Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагнатам Витам Там Саджевам Садвайтам Савадутам Парджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Шакалитам Шча Хе Кришна Карна Синдо Дхина Банду Джагадпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастате Тапта Канчана Горанге Радхе Вриндаванишвари Vishapanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpata Rubhyasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pravanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So Lord Brahma received instructions from the Supreme Personality of Godhead and then after taking instructions from him, then Lord Brahma began to execute very carefully the principles of regulation. He followed strict rules and regulations for the benefit of all the living entities in the universe. Итак, Господь Брахма получил наставление от Верховного Господа, а после этого он приступил к исполнению своих обязанностей. Он следовал им очень строго на благо всех живых существ. So Lord Brahma wants to show an example to all the living entities under his jurisdiction. Господь Брахма хотел показать всем живым существам пример, как необходимо следовать правилам и ограничениям. He's the forefather, he's the first living entity in the universe, so all the living entities are under him and they look to him for an example. А он является как бы предком или прародителем всех живых существ, и поэтому все живые существа будут смотреть на него как на пример.
Krishna says in the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains, yad yad acharati shrestha tatad evetarojana sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. Whatever actions are performed by the leaders of society, then other people will follow them. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что какой бы пример не показывала великая личность, обычные люди будут следовать за ним. So Lord Krishna in the Bhagavad Gita, he was explaining how self-realized souls, they also perform duties, they also act. They don't just sit and do nothing thinking I'm a self-realized soul. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что даже если человек является реализованной душой, тем не менее он все равно следует определенным правилам и предписаниям. Он не сидит и не думает, что я уже самосознавшая душа, поэтому я ничего не должен делать. And Lord Krishna gives examples. He talks about Maharaj Janaka, great soul who was the father of Sita, and how he performed his duty, how he gave charity to everyone. Кришна там приводит пример с Махараджи Джанаки, который являлся отцом Сита Деви. Он был освобожденной личностью, но тем не менее он показывал пример, он исполнял обязанности, раздавал щедрые пожертвования. And as a ruler, he was also chastising those who were irreligious. He would correct the people who were irreligious. Также, ну как бы не поощряются личности, примеры личностей, которые были нерелигиозны, не следовали религии. Then Lord Krishna gives another example. He gives his own self as an example. He said, even I, although I have no need to do anything, I'm also engaged in duties because I want to show the right example for others. А затем Кришна приводит свой собственный пример, что даже я, когда прихожу сюда, я следую определенным правилам и предписаниям для того, чтобы показать пример другим. So Lord Brahma is very conscious of his position and his duty as the first living entity in the universe. Так Господь Брахма, он очень как бы серьезно относится к своему положению, к своим обязанностям, и он является первым живым существом в этой вселенной. So he very strictly, very seriously followed all the rules and regulations. И он очень строго следует всем правилам и предписаниям. So some people they think, oh, so many rules and regulations, so much trouble. But actually, the more we are civilized, the more society is civilized, the more there are rules and regulations. Мы можем подумать, что, ой, ничего себе, так много правил и предписаний, но чем более цивилизованное общество, тем больше правил и предписаний. To have an easygoing life of sense gratification without any regulation, without any discipline, is simply animal life. А вот следование как бы просто процессу чувственного наслаждения без всяких правил и предписаний, это уровень животной жизни. But even the animals, they're regulated by nature. Но даже если посмотреть на животных, то даже они регулируются природой. In animal society, you see there's particular mating seasons, a time when the animals will produce their offspring. They're regulated by nature. У животных есть такой сезон, когда они порождают потомство. Это делается в определенное время, и это регулируется законами природы. But in human life, we're given more freedom because we have a greater responsibility. А вот у человека больше свободы, поскольку он занимает более высокое положение и несет большую ответственность. Just like in the government office, the highly placed government worker will be given more facilities. He will be given maybe nice apartment, he may be given servants, he may be given more salary. И в, допустим, в государстве, если человек занимает какое-то положение, он чиновник, то ему предоставляют большую возможность, у него большая зарплата, ему дают какую-то квартиру и так далее. He is given more facilities, but with this facility he also has to carry a greater responsibility. И хотя ему предоставляют все эти возможности, одновременно с этим он несет большую ответственность. He has to make sure there's no inefficiency in his department. He has to guard against corruption.
И он inefficiency, what means it? Inefficiency means that people are not doing the work properly. Uh-huh. People don't work properly. He has to make sure everyone's doing the work properly. Uh-huh. Итак, ему приходится следить, нести ответственность за то, чтобы люди исполняли свои обязанности правильным образом. No corruption. Чтобы не было какой-то коррупции. So he's in charge. He has to be looking and checking all of these things. Итак, он несет ответственность и он присматривает за всеми этими вещами. So the same way, Lord Brahma, as the head of the universe, he also has responsibility. И также Господь Брахма, он является главой всей вселенной, поэтому он несет большую ответственность. And all of us, we also have responsibilities as human beings. We're given dominion over the other species of life. И мы, как люди, также обладаем достаточно высокой ответственностью, поскольку эта форма жизни доминирует над всеми остальными формами жизни. We are given some control over this planet. Нам дается какой-то контроль над этой планетой. We have to learn to use it in the proper manner. Поэтому нам нужно узнать, как пользоваться этим правильным образом. If we simply abuse, if we make if we use everything for our own sense gratification, then it creates a very bad atmosphere for others. А если мы пользуемся этим всем для своего чувственного наслаждения, то мы создаем очень сложную атмосферу для всех остальных живых существ. So the duty of the human being is to accept, to recognize that Krishna or the Supreme Lord is the proprietor of everything and should be used for his pleasure. А и как вот здесь говорится, что человек должен понять, что есть верховный контролирующий и необходимо использовать все эти вот окружения, вещи для его наслаждения. And at the same time we have to recognize that there are different rules and regulations which we have to follow. Также мы должны признать, что существует много разных правил и предписаний, которым мы должны следовать. One who is a devotee, one who is devotee will naturally follow all the different rules and regulations. Если человек преданный, то он естественным образом следует всем этим правилам и предписаниям. The more we are civilized, the more we will willingly follow rules and regulations. Чем более цивилизованные люди, тем больше они как бы склонны следовать всем этим правилам и предписаниям. So what Prabhupada in the purport he refers to the verse in Srimad Bhagavatam, which describes how a devotee will naturally have all the good qualities. Шрила Прабхупада в комментарии дает как бы ссылку на Шримад Бхагаватам, где говорится, что преданные естественным образом проявляют все хорошие качества. Яшьясти бхакти бхагавати акинчана сарвайргунайстатра самасте асураха харава бхактасья кто махатгана мано ретена сати бхавато бахи. One who is a devotee will have the good qualities. А если человек является преданным, то он обладает всеми хорошими качествами. One who is a devotee is surrendered to Krishna, so he's blessed by all the demigods. Поскольку преданный предался Кришне, то он получает благословение от этих полубогов. And when the demigods bestow their blessings, then they bestow all the good qualities on that person. А когда полубоги дают вот свои благословения, то это означает, что у человека проявляются все хорошие качества. Because the demigods appreciate that this person is a devotee, he surrendered everything to the Supreme Lord. Это как эти полубоги, они оценили, что эта личность предалась Кришне. But one who is not a devotee, then they don't actually have any good qualities, because they are under the material energy. А тот, кто не предался Кришне, он не обладает хорошими качествами, поскольку он находится под влиянием материальной природы. Even someone may be very expert in maintaining their family, it does not mean they have good qualities. А даже если человек является большим экспертом поддержания своей семьи, тем не менее у него нету хороших качеств. And someone may be doing the mystic yoga and pranayama and like this
cultivating the higher level of consciousness, but still he's under the material energy. И даже если человек практикует мистическую йогу и следует правилам пранаямы, тем не менее у него нету каких-то хороших качеств, потому что он продолжает оставаться под влиянием материальной энергии. Sometimes he's in the mode of goodness, but the nature of the mode of goodness is that sometimes it's conquered by passion and ignorance. А даже если человек находится под влиянием благости, тем не менее, благость находится в конкуренции, в борьбе с другими гунами природы, страстью и невежеством. No, somebody is in the mode of goodness, they're a vegetarian, very nice, they're a vegetarian, they're in the mode of goodness. But sometimes they also become controlled by passion and ignorance. А кто-то может сказать, я вот нахожусь в гуне благости, я вегетарианец, но тем не менее, даже этот вегетарианец находится под влиянием гун страсти и невежества. Sometimes they get very angry, and they get very, sometimes they have very strong desires, they become very greedy to get something. Иногда у него может проявиться гнев, или сильное желание, или жадность по отношению к чему-то. They may be vegetarian, but it doesn't mean they actually have all these good qualities. Поэтому даже если он вегетарианец, это еще не означает, что он будет источником всех этих хороших качеств. But if one actually becomes a devotee and surrenders to Krishna, then they have to cultivate these better qualities. А если человек является преданным и вручил себя Кришне, то он так или иначе будет проявлять и культивировать все эти хорошие качества. So we can see it takes time. It's going to take some time for us to actually surrender, to develop all these qualities. А и требуется какое-то время для того, чтобы человек мог предаться и проявлять эти хорошие качества. We come to Krishna consciousness. We have no real culture. We didn't get the same kind of training and culture. Мы присоединились к движению сознания Кришны, но до этого у нас не было должного обучения и культуры. And often we didn't see very much good examples from the people who were leading us, who were around us. И также мы не видели какого-то прям хорошего примера культуры от тех лидеров, на которые мы равнялись и за кем мы следовали. The people who were leading us, we saw them as often drunk, drinking and meat eaters and all kinds of other sinful activities. И часто лидеры, пример которых мы видели, они принимали интоксикации или кушали мясо или какие-то другие еще вещи делали. But they become leaders because somehow they have that kind of karma which allows them to get into that situation. Но они были лидерами, поскольку в соответствии с законами кармы они получили всякие эти должности и находились в такой ситуации. And we see the type of people who are adored, who are the leaders today, who people look up to, it's all people like, movie stars or sportsmen. Или вот есть еще такие лидеры, на которых люди равняются, это всякие звезды кино или звезды спорта. And sometimes politicians are also adored and worshipped. Некоторым политическим лидерам люди на них равняются или поклоняются им. They have some big position. Somehow they have some karma which allows them to become very prominent in society. Так они занимают высокие позиции благодаря карме, они могли достичь какого-то положения в обществе. But if we look at their personal life, we'll see that, they're very uncontrolled and they don't follow any rules and regulations. Но если посмотреть на их частную жизнь, то очень часто они поддаются как бы неконтролируемым желаниям, тенденциям. It's unheard of, that for people to actually follow the kind of discipline which a devotee in Krishna consciousness follows. То есть они как бы не следуют тем правилам и дисциплине, которые следуют преданные Кришне. There would be such a change on the whole world. Just imagine if people would all follow these rules and regulations. Это, как бы удивительно. То есть лидерами являются те, кто не следует правилам и предписаниям. So Srila Prabhupada explains that even a small percentage of the planet become Krishna conscious,
it will set a very good example for others. Шрила Прабхупада приводил пример, что если даже небольшой процент людей станет преданными, они покажут великий большой пример для всех остальных. People need to see the example coming from others. They need to see people. They need to see people who can actually behave properly, who can actually lead a disciplined life. Людям необходим какой-то пример правильного поведения в своей жизни. And if we practice Krishna consciousness very carefully, then certainly we can develop all the good qualities. Если мы в своей практике преданного служения строго следуем этой практике, этим правилам, мы развиваем все хорошие качества. An example is given in by Lord Chaitanya Mahaprabhu in his teaching. He was describing about the hunter who had trapped the animals, and he had them in traps. He was half killing them, so the animals were dying a very painful death. Господь Читания в своем учении приводит пример охотника, который ставил ловушки на животных, и он ловил их и делал так, чтобы они умирали долго очень. And so Narada Muni happened to see these animals, and he took compassion on them, and he found a hunter, and then he preached to the hunter. Но Нарада Муни, когда увидел всех этих мучающих животных, он проявил сострадание по отношению к этому охотнику и стал ему проповедовать. And the hunter was saying, "Well, I was taught like this by my father. This is how I live." И охотник сказал, как же я получил эти знания от своего отца, так я поддерживаюсь, как же я буду жить. But Narada Muni warned him that these animals will get revenge on you. You have caused them pain and suffering, in the future you will also have pain and suffering. Но Нарада Муни сказал ему, что эти животные ждут, так сказать, тебя, они готовы отплатить тебе, ты причиняешь им страдания сейчас, и они причинят тебе страдания в будущем. So then Narada Muni convinced the hunter that he should sit and chant the holy name, and they planted a tulsi tree, and the hunter sat there and chanted the holy name. Но тем не менее Нарада Муни убедил его, что он должен повторять святые имена Господа, должен посадить тулоси и воспевать рядом с ним, и охотник так и поступил. And it said that after some time, when Narada Muni came back to see the hunter came to greet him, and there were some insects on the path, and the hunter would not stamp on the insects. He swept the insects out of the path. И спустя некоторое время Нарада Муни там вернулся, проходил мимо, и он увидел, что этот охотник, который был до этого очень жесток, он очень бережно убирает этих насекомых или муравьев в сторону, которые попадаются ему на пути. So previously he was doing so much violence, he was so violent, he was so cruel to the animals, but now he could not even kill little insects. До этого он проявлял такую жестокость и причинял насилие другим живым существам, но здесь он стал таким вот очень милосердным, что убирал даже насекомых со своего пути. And we see also how devotees, when we come to Krishna consciousness, how our life is transformed. Так мы можем видеть, что когда человек становится преданным, то его жизнь изменяется, трансформируется. We were reading about some of the early devotees, the early followers of Srila Prabhupada, that one or two of them, they were involved with drugs, and they had even gone to jail for some time. Мы можем, допустим, взять примеры каких-то ранних преданных Шрилы Прабхупады, и у них были какие-то склонности или привычки к принятию там наркотиков или какого-то алкоголя, и даже были какие-то случаи попадания в тюрьму. But after taking to Krishna consciousness, they were totally transformed. Но когда они приняли сознание Кришны, то с ними произошла большая трансформация. And they became
so enthusiastic to serve Prabhupada's mission that they could help Prabhupada to establish centers around the world. Они получили такой большой заряд энтузиазма от Шрилы Прабхупады и помогали Прабхупаде организовывать центры по всему миру. I was reading the book written by one of Prabhupada's secretaries named Shamsundar Prabhu. Я читал книгу одного из секретарей Шрилы Прабхупады, которого звали Шамасундара Прабху. So, you know, before he became a devotee, he was involved with drugs. До того, как он присоединился к движению сознания Кришны, он принимал какие-то наркотики. And at one point even he had to go to jail for about a month. He was in jail. И там даже он описывает случаи, что в тюрьму, да, попадание в тюрьму. But after he got out, he became a devotee again, and he dedicated himself to Srila Prabhupada's mission. Но после того, как он оттуда вышел, он посвятил себя, снова стал преданным и посвятил себя миссии Шрилы Прабхупады. And he was able to do wonderful service for Srila Prabhupada. И он был способен делать замечательное служение для Шрилы Прабхупады. He was responsible for getting George Harrison for meeting George Harrison and making him in getting him interested in Krishna consciousness. Он там встретился вот с Джорджем Харрисоном и как-то вдохновил его тоже на пути сознания Кришны. And of course George Harrison did things like he gave Prabhupada money to print the Krishna book, the first edition of Krishna book. Также Джордж Харрисон, он пожертвовал какие-то деньги и средства на печатание книг Шрилы Прабхупады. And he helped to produce the records like the Govinda song and the Maha Mantra. Также он там помогал в значит этих записях песен о Говинде, ну и других мантр. And this made the devotees famous all over Europe. Он также помог преданным ну, стать более известными, популярными по всей Европе. And even today we're still playing this Govinda song every day. И даже сейчас эти песни до сих пор, ну, известны, популярно их поют. And then he also, George also bought a big building for the devotees in London, the Bhaktivedanta Manor. И также Джордж Харрисон, он купил, да, или пожертвовал? Ну, в общем, это Бхактивиданта Мэннер, то есть. It wasn't just a building, but with land. There was a whole big. There was an estate, land there with a lake and forest. То есть было вот это здание, и также рядом, ну, хорошая территория с садом и с озером. So he did, you know, he did all this service because he met Shamsundar. Shamsundar was the one who had a lot of, who gave him all the encouragement. Вот, и он делал все это служение, ну, тоже благодаря встрече со Шамасундаром, тот вдохновлял его делать все это служение тоже. And then Gurudas also, Gurudas, another early, very early devotee of Srila Prabhupada, he also had some involvement with drugs. Еще один преданный ученик Шрилы Прабхупады, Гуру Дас, он тоже до сознания Кришны принимал какие-то наркотики. Because it was the 1960s and there were many people, everybody was having long hair and there were many hippies. Это такая была волна, как бы хиппи в 60-х годах. Молодые люди отращивали длинные волосы, принимали там, экспериментировали с наркотиками. And so it was common for the young people to smoke marijuana. Это было как бы такое достаточно популярное, когда молодые люди курили марихуану. And take also LSD and принимали go on LSD a trip, и так далее. Experience the psychedelics. Да, у них там были всякие путешествия, психоделические опыты. So Guru Das also had some problem with drugs. But after he became a devotee, then he also did wonderful service for Krishna. Итак, у Гуру Даса тоже были какие-то проблемы со всеми этими вещами, но после того, как он стал преданным, он тоже
совершил большое служение для Шрилы Прабхупады. When they went to India with Prabhupada, he was in charge of the Vrindavan temple, and they built the Krishna Balaram temple in Vrindavan. Когда он потом приехал со Шрилой Прабхупадой в Вриндаван, то он нес определенную ответственность за этот храм Кришна Баларамы и помогал его строить. And this was in 1973, 70 or 74, they opened the Krishna Balaram temple. В 1974 году как раз был открыт храм Кришны Баларамы в Вриндаване. And in those days it was very difficult to do anything in India, to get cement, to get material, everything was very difficult. И это было тяжело строить храмы в Индии, то есть было сложно достать цемент, какие-то другие строительные материалы. And so these are two examples of devotees who, you know, seemed like they were, you know, out rejected or out of society, but they came by Krishna consciousness, they became completely changed, and they did wonderful service for Krishna. Вот мы привели пару примеров людей, которые как бы были отвергнуты в какой-то степени обществом, но потом, когда они присоединились к движению сознания Кришны, то они поменяли свою жизнь. And Srila Prabhupada also writes in one of his purports how many of the devotees, before coming to Krishna consciousness, they looked very dark and dirty. Шрилапрабхупада в комментариях отмечает, что многие преданные до того, как они присоединились к движению, были как бы выглядели темными, грязными, невежественными. Да. But after becoming devotees and they shave their heads and they put on tilak and neck beads, tulsi mala around their neck, and they look like they've come from Vaikuntha, and their faces are bright and effulgent. А потом, когда они присоединились к движению, значит, побрили свои головы, поставили тилаки, одели туласи, то они стали похожи на людей с Вайкунхи, сияющие, удивительные. And so Krishna consciousness, the process of Krishna consciousness really transforms people. Итак, процесс осознания Кришны, он реально изменяет, трансформирует людей. We just have to follow this process and definitely, so many big changes come about. Мы должны просто следовать этому процессу, и несомненно произойдет так много удивительных вещей. So this process means following the different rules and regulations. И этот процесс связан с тем, что нужно следовать определенным правилам и предписаниям. Just like in Astanga Yoga, it begins. Astanga Yoga begins with Yam and Niyam. Following the different rules, doing certain things and giving up other things. Как, например, процесс вот этой мистической йоги, аштанга йоги, он начинается с ямы и ниямы, то есть принятия каких-то важных вещей и отвержения ненужных вещей. So Lord Brahma understands the importance of this, showing the right standard, the right example to everyone. И вот Господь Брама чувствовал большую как бы, ну, ответственность, чтобы показать людям правильный стандарт поведения. It's very easy to talk and give some instruction. Как бы легко говорить и давать какие-то наставления. But it's not so easy to show the example. Но не так легко показывать пример. Just like as school children, the teacher used to say, don't smoke. But we always knew the teacher smokes. Как, например, учитель в школе может говорить студентам, ученикам, не курите, но сам он показывает пример курящего человека. So Srila Prabhupada is Acharya, founder Acharya. Acharya means the one who teaches by example. Вот Шрила Прабхупада, мы говорим титул основатель Ачарьи. Ачарья означает, что он показывает пример, собственный пример. So Srila Prabhupada as the founder Acharya, he set the highest standard for all of us. И как основатель Ачарьи, он показывает для нас пример высшего стандарта. Prabhupada said as a young man, he gave up mating and defending. Шрила Прабхупада as a young man. Mm-hmm. Когда Шрила Прабхупада был еще молодой, он как бы показывал пример митинг
and defending. When he was young. Yeah. То есть показывал пример, ну, в общем, не насилие, то есть защиты. Yeah, when Prabhupada married when he was young. Когда Шрила Прабхупада вот женился, он был достаточно еще молод. Prabhupada was old, he was about 21 or something when he married. Где-то 21 год вот он женился. And his wife was about 14 or something. А жене было его около 14 лет. Anyway, Prabhupada had went through married life and he had 5 children. А и вот в семейной жизни у Прабхупады родилось 5 детей. So then later, after having children, then he gave up mating. No interest in it. Итак, то есть он как бы использовал общение с женой, то есть он зачинал детей, но после зачатия он больше не вступал в отношения. And then he gave up also defending. He was not possessive. He was not thinking this is all mine, this is mine. He was very willing to give to others. И также он показывал пример, не стяжательства. То есть он не стремился просто зарабатывать деньги для себя, для своей семьи. Нет, он как-то много давал другим, помогал другим, помогал. Always inviting people to his home. The devotees regularly would come to his home. Он также приглашал людей к себе домой, также преданные приходили к нему домой. He would accommodate them, they would stay with him. Он также, оставался, или они оставались у него. And they would take food with him, take meals with him. Принимал пищу, просад вместе с ними. And Prabhupada, when he had money, he would always give charity. И когда у Прабхупады были какие-то средства, он также давал пожертвования, благотворительностью занимался. So this was when he was young. Это было, когда он был еще молод. But then he said, now in my old age, in his old age, Prabhupada became very sick. He could not even eat or sleep. Это было в детстве, когда в старости Прабхупада оболел, и он даже не мог есть и спать. Regularly, Prabhupada was only sleeping 2 hours a night. Буквально, почти каждый день регулярно Шрила Прабхупада всего спал по два, несколько часов. And he would wake up at midnight and begin his translation. В полночь он поднимался и начинал переводы. And then as his health deteriorated, he also gave up eating. As his health went down, got worse. То есть и когда его здоровье становилось хуже, то есть понизилось, то он фактически ничего не ел. То есть. So usually everyone's busy eating, sleeping, mating, defending. Обычно люди этими всеми вещами-то и занимаются. Едят, спят, совокупляются и обороняются. But Prabhupada gave up these activities. Но Шрила Прабхупада показал пример того, что он оставил все эти вещи. He taught us the highest standard of sense control. Или минимизировал. Он показал высокий стандарт контроля сексуальной жизни. So he also impressed upon us the importance of the regulative principles in spiritual life. И он показал нам также пример важности регулярного следования правилам и предписаниям в духовной жизни. Prabhupada said we can't compromise on these things. Шрила Прабхупада говорил, что не нужно компромисса в этих вещах. Sometimes people say, oh, 4 principles, it's too difficult. If we just have 3 principles, it will be better. А иногда люди говорили, что 4 регулирующих принципа, это вообще-то так сложно. Может быть, убавим до 3, 3 оставим принципа все. But if we just have 3 principles, there'll be no pure devotees. Но если вы будете следовать 3 принципам, тогда не станете чистым преданным. When we follow 4 principles, that is pure devotion. Поскольку следование 4 принципам позволяет человеку достичь уровня чистого преданного. Prabhupada considered all the devotees who are members of ISKCON, they're pure devotees. Шрила Прабхупада считал, что все преданные, которые
находятся в обществе сознания Кришны, они должны быть чистыми преданными. Поэтому мы должны следовать четырем принципам строго. And sometimes people say 16 rounds, oh, it's too much. А некоторые люди говорят, что читать 16 кругов это так много. If it was only 4 rounds, I could do it. Если вы скажете читать 4 круга, вот я тогда буду это делать. And then if it was 4 rounds, then people would say, if it's only 1 round, I could do it. 4 is too many. А если мы установим 4 круга, то тогда люди скажут, что 4 круга это так много, давайте я буду читать один круг. And this way everybody would want to reduce everything, hardly chanting at all. А и так это такая тенденция, люди постоянно хотят уменьшать какие-то стандарты. And you get some spiritual movements like that, you know, they chant, but they just have to chant one round every day. И так вот для некоторых было бы так вот хорошо, да, не 16 кругов читать, а вот по одному кружочку повторять, так вроде ничего. But Prabhupada was very demanding that he wanted. You must chant 16 rounds. Но Прабхупада нет, он говорил, что нужно повторять 16 кругов Хари Кришна Мантры. Каждый должны повторять. When people would come to get second initiation, Prabhupada would ask them, are you chanting 16 rounds? Second initiation. Yeah. Когда какие-то преданные подходили за вторую, просили вторую инициацию, Шрила Прабхупада спрашивал их, а вы читаете 16 кругов Хари Кришна Мантры? Because if you're not chanting 16 rounds, it's not going to do you any good to chant Gayatri Mantra. Поскольку если вы не читаете 16 кругов, то это ну, не очень хорошо для того, чтобы повторять Gayatri Mantra. Because Gayatri Mantra means another like 280 rounds. 280 mantras. Поскольку в Гаятри мантре 210, is it? 200 what? Well, 7 mantras. Yeah. Chanted 3 times a day, each mantra 10 times, so 210 mantras. Ага, то есть, ну вот Гаятри мантру приходится в день читать около 210 раз, там 7 мантр. Каждую читаешь по 10, 3 раза в день, да, получается. So if you can't chant 16 rounds. Если вы не можете читать 16 кругов, don't worry, don't try to chant Gayatri Mantra. То, скорее всего, вы не будете пытаться и Гаятри Мантру читать. First thing is to chant Hare Krishna Mantra. Поэтому первый момент — это повторять Hare Krishna Mantra. So it said, of all the instructions of the spiritual master, the most important one was the chanting of 16 rounds. И вот одно из важных наставлений, которые мы получаем от духовного учителя, это как минимум читать 16 кругов Хари Кришна Махамантры. И также следовать строго четырем регулирующим принципам. Not trying to, not thinking, well, I did three today, you know, I didn't do bad. No, pure devotion means four principles. Ну, не так, что я думаю, ну, я там трём принципам всё последую. Нет, четыре принципа ведут человека к чистому преданному служению. So, we also have our rules and regulations. We want to show the example. Итак, мы хотим следовать правилам и предписаниям, и нам также нужен пример. Of course, there are many rules, there are other rules and regulations also, just like we like to eat. We should try to eat food offered to Krishna. Есть много других каких-то правил. Если человек хочет кушать, то прежде чем что-то поесть, он должен предложить это Кришне. Now sometimes you may be outside and you cannot get prasad. Иногда нам приходится где-то быть, ну, как-то в стороне, где-то путешествовать, и мы не можем достать там прасады. So then we have to offer it in our mind. И тогда необходимо предложить это в уме там. We have to pray to Krishna, please accept this food. I am not able to offer directly. Там нужно помолиться и сказать Кришне, пожалуйста, прими это, я не могу тебе непосредственно предложить. Sometimes we can just simply offer a prayer within our mind to Krishna. Поэтому иногда приходится вот возносить молитвы и предлагать Кришне в своем уме.
Krishna understands the difficulty, he can accept the offering. Кришна понимает все эти трудности, и он примет это. So like that, we have to remember Krishna. Таким образом мы можем помнить о Кришне. It's the most important rule and regulation. Мы знаем, что это самое важное правило всех правил. Смартавьям сататам вишну, вишмартавья на джатукрет, сарви види нишида шорита йори вакинкара. Of all the rules and regulations, we must always remember Vishnu or Krishna and never forget him. Most important. Среди всех правил главными являются правило всегда помнить о Кришне и никогда не забывать. So is this a contradiction between saying the most important instruction was to chant Hare Krishna? No, it's not a contradiction, because if we're remembering Krishna, then we will remember to chant the holy name. И можно сказать, что вот некоторое противоречие. С одной стороны говорится, что нужно читать 16 кругов Hare Krishna мантры, с другой стороны, что нужно всегда помнить о Кришне. Какое-то противоречие? Нет, в этом нет никакого противоречия. Если вы помните о Кришне, то вы будете всегда помнить о том, что нужно повторять 16 кругов Хари Кришна мантры. Okay, any questions? Хорошо, может быть, вопросы какие-то? Что делать, если ты не можешь следовать принципам строго? What should we do if you cannot follow strictly all regulated principles? Well, you mean someone who's not initiated? То есть, so they're not able to follow all the regular. То есть если человек не инициированный, то есть он еще не способен преследовать всем регулирующим всем. Yeah, he's not initiated. Not initiated. So, you know, you're not initiated. You haven't made any vow to follow the principles. So. You do your best. You try to follow. Значит, если человек не инициированный, то он может давать какие-то обеты, следовать каким-то принципам или стремиться к ним и улучшать их. We can pray to Krishna to help you. Также можно обращаться к Кришне с молитвой, чтобы он помог. That one day I would like to follow. И в какой-то день наступит такой день, когда я смогу следовать. So Krishna will help to arrange that you can follow. Кришна поможет устроить так, чтобы я все-таки мог следовать этому. We have some difficulty, maybe we're addicted to some kind of intoxication, we can't give up. So Krishna will help us. Иногда у нас могут быть какие-то вот такие дурные склонности, допустим, человек не может оставить интоксикации, но Кришна поможет нам. Maybe he'll put you in jail for a while, let you go to jail, you know, maybe because you're taking some intoxication, maybe it's illegal, so then you get arrested one day and the police put you in jail. Или если человек совершает какие-то незаконные, неправильные действия, то иногда то его могут арестовать и посадить в тюрьму. Then you feel very guilty and you think that yeah, I should give up these drugs. А вы можете чувствовать вину и думать, что да, надо это все оставить, все эти привычки, привязанности. So like that, Krishna has his ways of helping everyone who is sincere, who is genuinely trying to cultivate Krishna consciousness. Так у Кришны достаточно много всяких путей, как помогать искреннему преданному утверждать его сознание Кришны. Somebody may not be able to give up meat eating. Некоторые, например, не могут оставить мясоедение. So then then maybe they'll find somebody who's very good cook and who cooks very nice prasadam, so that you're not attracted to eat meat. The prasadam becomes so tasty and so satisfying that you don't want the meat. Ну, вообще прасадам, он, если делать хороший, он настолько вкусный и, в общем-то, привлекательный, что со временем отпадает эта необходимость есть мясо. We often find devotees, you know, they say, I would be a vegetarian, but, you know,
I you know, they they're eating meat, but why they're eating meat is because the wife can't cook. The wife is not a good cook, you know, and they don't cook tasty prasadam. And they think vegetarian means just to eat some green leaf and rice. А вот, или иногда человек говорит, я бы хотел, ну, быть вегетарианцем, следовать этому принципу, но его жена, она готовит, ну, скверно. И все его представления о вегетарианстве, это то, что нужно есть листья и рис. So it's very important every devotee should learn to cook well so that one can satisfy people with prasadam. Поэтому это тоже важно, ну, преданному знать, как готовить хорошо и вкусно, и если будет замечательный прасад, то, в общем-то, отпадает необходимость в чем-то другом. Prasadam is very a powerful weapon in preaching Krishna consciousness. Prasad является очень могущественным оружием проповедования сознания, проповеди сознания Кришны. А вот на умственном уровне мы сейчас говорим то, что человек ест, то, что материальное, а на умственном На умственном уровне что? Если вот человек часто думает о другом человеке, который настолько покорил тем, что он за всю жизнь, я говорю о себе, я за всю жизнь этого не видела, не встречала среди людей. И здесь вот такая искра мелькнула, что я вот, человек уехал. Именно отношение такое, какое-то неземное, доброе. Я такую энергетику почувствовала, что я сейчас, вот это прошло только год. Я постоянно возвращаюсь, вспоминаю вот эти моменты, они вот просто доливают меня, я не знаю, как с этим бороться. Ну, то есть нет, это, я не говорю про влюбленность, нет, это вот, это, мне кажется, это где-то дух на духовном таком уровне, но я не говорю, что он, этот человек, принадлежит какой-то конфессии, но я очень чувствую, что он, ну, что-то ему близко. И вопрос он какой? Простой. И он очень образован. Он во всех отношениях, не только ко мне, вот вообще я его понаблюдала, я была покорена. И сейчас я ловлю себя, думаю, ну что ж, я опять, ну надо же о Кришне. А у меня вот опять я возвращаюсь к вот этим вот минутам, где я просто восхищалась. Ну, это, ну, такой физический был, да? Хорошо, и как вопрос сформулировать, вот. Что делать? Когда на умственном уровне, не то, что там четыре принципа не нарушаются. Когда ты думаешь не о Кришне. Когда думаешь не о Кришне и не можешь с этим поделать. Угу. И да, этот грех или это не грех? Или это, наоборот, благость не Господь показал, что оказывается вот такое в материальном мире может быть. She's saying about a man who impressed to you good imagination, good good relationship to you, but he leave, he move away in another places, but you continue to think about this man on mental level, and you say we should think about Krishna, but sometimes this thoughts come to me and I cannot move away these thoughts about this man. Is it also sin when we think on a mental level? We don't get reactions for sinful thoughts. Мы не получаем каких-то реакций, когда человек думает, ну, скажем, даже греховно думает. In this Kali Yuga, we don't get reactions for thinking bad things. В Кали-югу мы не получаем реакции, когда мы думаем о плохих вещах. But the problem is, if you think along, if you think too much about these bad things, one day you do it, you do something bad. Но проблема состоит в том, если вы слишком долго думаете об этих плохих вещах, когда-то наступит такой момент, что вы поступите неправильно. Because what the mind thinks on, then that you want to go and do after some time. Потому что если вы о чем-то думаете так или иначе постоянно, регулярно, вам захочется, ну, что-то сделать в этом направлении. No. Объективные причины. Просто это больше невозможно. Никогда в жизни я больше
ну, не вижу, не будет этой встречи никогда. Это осталось вот в прошлом. И настолько меня, и уже такая сердечная, или я уж не знаю, ну, в смысле, что меня так тронуло. It stays only in your memory because she will meet this person never. She will never meet him. Okay. So when you think about him, it's not going to do you any harm, but it's not going to do you any good. Итак, если вы думаете о нем, то это вроде как и ущерба не приносит, но также и хороших вещей тоже не создает. So you should bring the mind back to Krishna. Поэтому возвращайте свой ум обратно в сторону Кришны. When you start thinking of the man, then you should think Hare Krishna, Hare Krishna. Когда, как только приходят мысли об этом человеке, вы начинаете Hare Krishna повторять. Про посвящение. А как можно получить посвящение, когда много дел, ты очень занят, а требования большие, если вообще шансы, и духовный учитель, он же тоже пребывает какое-то время здесь, и у тебя складывается впечатление, что не успеешь что-то сделать. Do you have received any initiation because you have so many different businesses and at the same time you should follow some standard of regulating principles. And the same time, Guru come here for 2-3 days, and this situation, Guru come 3 days, you have so many businesses, and also you should follow some regulative principles, the standard is so high. Maybe after some time, spiritual master leave his body after some time, not so many years. Well, we have to understand initiation means you're connecting into ISKCON. You're not just connecting to the spiritual teacher. Вы должны понимать, что инициация связывает вас не только с духовным учителем, но также с ISKCON-ом. The spiritual master is doing a service to connect us into ISKCON, into the disciplic succession. Духовный учитель, он выполняет такое служение, которое состоит в том, чтобы связывать нас с ИСКОНом и, соответственно, связывать с этой цепью ученической преемственности. So people should think of all the spiritual masters, all the senior disciples of Prabhupada, you know, senior devotees who come here, you should think of all of them like your spiritual master. Поэтому нужно обо всех других старших вайшнавах, там, учениках Шрилы Прабхупады думать как о старших, как духовных учителях. You don't just only think only, oh, he's my guru, others are not my guru. That's not correct. Не совсем правильно думать, что вот это мой гуру, я должен думать о нем, а другие нет. Of course, you only take diksha, you only take the initiation from one, but the others are all your shiksha guru. Понятно, что вы получаете дикша посвящение от одной какой-то личности, но все остальные являются вашими шикшагуру. Oh yeah, they don't come very often, but Prabhupada said also, he only met his guru Maharaj a few times, 4 or 5 times. Конечно, гуру приезжает, может быть, не так часто, но Шрила Прабхупада говорил, что я тоже встречался со своим духовным учителем всего 4 или 5 раз. So the physical association is not so important. What is important is the vani, the instructions. Поэтому физическое общение, оно не так важно. В этом смысле важно наставление, которое дает духовный учитель. And the instructions are all there in these books. Наставления, вот они во всех этих книгах есть. You can associate with the spiritual teachers through all of these scriptures. Вы можете общаться со своим духовным учителем посредством всех этих священных писаний. So you should understand part of the process is committing ourselves. The initiation is the commitment to the regulative principles. Должны понимать, что инициация это как бы соединение, да, связь, убежденность, утвержденность в регулирующих принципах. So if you can't follow regulative principles, then of course you can't get initiated. И если человек не может следовать регулирующим принципам, конечно, тогда ему не дают это посвящение. But if you're following regulative principles, then you do want to
consider very carefully the importance of the initiation. Если вы следуете регулирующим принципам, то вы получаете посвящение, и оно имеет как бы смысл, значимость. And it doesn't matter who you take it from, really. Но не так прям сильно важно, от кого именно вы получаете. Because the whole purpose of the initiation is to connect us to Prabhupada. Поскольку, ну, весь смысл инициации связан состоит в том, чтобы связать нас со Шрилой Прабхупадой. Prabhupada is the real guru for everyone. Вот Прабхупада истинный такой гуру для каждого. But we have to get the connection to Prabhupada through the representatives of Prabhupada. Но мы получаем как бы вот эту связь со Шрилой Прабхупадой через какого-то его представителя. So that's why the initiation is there. Вот почему инициация случается. Understand? Yes. Вот еще, как передается ли его настроение готовящего пищу на людей, ну, просад я имею в виду, на людей, кто принимает этот просад. Mm-hmm. Если, ну, вот человек, в общем, все мы из Кали-юги пришедшие, все мы в разных еще, как бы не обработаны, mm-hmm. не работали над собой ни в яме, ни вне ямы. То влияет вот это вот на людей? Может, нас отбрасывает куда-то назад или оскорбляет Бога, или что? Вот, как, вот, хотя я читала Шримад Бхагаватам, что сам Прабхупада, Бхактивиданта с вами Прабхупада, он очень относился к приготовлению пищи в своем исконе, очень серьезно. Там он писал рекомендации, какие он делает для нас. Но он не затрагивал, просто там чисто вот инициированные. Он, да, допущен к пище, не инициирован, не допущен к приготовлению пищи. Это он писал в Шримад Бхагаватам, том 5. Хорошо. Ну, в принципе, вопрос задан. Вы поняли? Does the mood of cookies influence on the mood of in our people who taste this, his cookings? Cookies? Yeah. Does it? Does the mood of cookies influence at the mood of in our people who taste? Well, this? Cooking is a very important activity. It should be done by people who are properly following the regulative principles. Да, пища это как бы важная часть нашей жизни, и поэтому важно, чтобы человек, который готовит пищу, он следовал каким правилам и принципам. The cook and the pujari, they should in temples they have to be second initiated. Вот вообще-то пуджари и повара, они для того, чтобы совершать свое служение, должны иметь второе посвящение. Second initiation means strictly following regulative principles. Второе посвящение означает, что человек строго следует регулирующим принципам. Because if they're not following strictly, then when they cook, then some of the karma, some of that will go into the food. Потому что если человек не имеет вот этого второго посвящения, то есть вот этого настроения строгости, тогда, когда он готовит, то какие-то мысли, какая-то карма залезет туда, вот в пищу. We want to have very pure, powerful prasadam. Мы хотим, значит, принимать очень чистый, могущественный просад. Should be prepared by pure devotees. Это как бы нас тоже поможет или подготовит стать чистыми преданными. Means people who strictly follow. Итак, это означает, что такой просад могут создавать, производить преданные, которые строго следуют. Otherwise, the subtle karma, the subtle, it's very subtle, you know, but the contamination goes in the food. You eat food cooked by non-devotees, you get their karma. Иначе вот это вот тонкое влияние, как бы тонкие мысли, они тоже попадают в пищу, и если мы кушаем пищу, которая приготовлена непреданными, то мы можем свое сознание, вот эту плохую карму воспринять. So Prabhupada taught, don't eat grains cooked by
non-devotees. А Шрила Прабхупада говорил, что не ешьте зерно, которое приготовлено непреданными. He said, simply you take some uncut fruit. Можете есть только какие-то, ну, неприготовленные, нерезанные, да? It should be uncut, because if it's cut, they use a knife, which has already cut the meat. А, то есть, да. И, потому что если вам предлагают уже какие-то порезанные овощи там, ну, или что-то, то они могли использовать этот нож для того, чтобы резать мясо. So like that way we can protect ourselves from the karma. Поэтому нужно как-то себя защищать от попадания вот этой дурной кармы. Okay. Но потом же все предлагается на алтаре. But after when we cook some food, we offer to the deities. Because some devotees don't have там, second initiation, but we cook and we offer it to the deities. Yeah, of course. Not everybody has to, but some second initiated devotee is there supervising. Ага, то есть supervising what? Somebody is in the, maybe people cooking are not second initiated, but there's somebody who is second initiated who is watching and he's. Окей. Но да, может быть, да, готовят люди, которые не имеют там второй инициации и так далее, но тогда нужно это хотя бы делать под присмотром человека, который имеет вторую инициацию. Короче, кто контролирует? Да, кто-то супервайзер контролирует. Да? Ответственность получается. Ага. Берет, контролирует. Нейтрализует, да? Нет, он просто контролирует. Что он нужен? Он не допустит. Стукает по варежке по рукам. Да, я частично ответила на вопрос, вот то, что. Вот у нас нет. Что я буду всех контролировать? Нет, на самом деле серьезно, потому что что значит контролировать? Вот мой контроль очень многие не воспринимают, честно сказать. Но дело не в этом даже, а вот я понимаю, в храме там, конечно, там уже специально стараются людей подбирать соответствующие. А как вот в маленьком таком коллективе мы не можем обойтись? Конечно, мы с улицы не берем людей, правда же? Ну, конечно. И они не готовят просад. Но все-таки, по крайней мере, наши люди уже проверены, мы же знаем, какие, чем они даже мыслим, мы уже знаем. Мне кажется, тут немножко должно что-то как-то нам. Yeah, she's saying about they have only one person in Yatra who has a second initiation, but she cannot control all cookers. All time. Of course, we don't ask devotees which we don't know, because we know some devotees. We know that we do some service. Right. The main thing is that they're following the principles. Да, как бы такая основная вещь, что чтобы люди следовали каким-то принципам, стандартам. Somebody is not following, then better they don't cook. Поэтому, если человек, мы знаем, ну, не следует там ничему, лучше, чтобы он не готовил. Because the kitchen is the heart of the temple. Поскольку кухня является сердцем храма. So the whatever's cooked in the kitchen, it should be the cooking and the pujari, they both have to be, they should be pure, they should not be sinful. Значит, и так, что-то я упустил мысль. Итак, то, что готовится на кухне и пуджаре, да, то есть это должно, ну, как бы чистыми вещами быть. То есть, и, соответственно, люди, которые связаны с этим, тоже должны иметь какую-то чистоту. Нормально, значит. So according to the qualification of the cook, you get prasad. Just like there's kanista and madhyam and uttama, so prasadam can also be kanista, madhyam and uttama. В соответствии с нашей квалификацией, как вот есть квалификация каништы, мадьяма, утамы, ну и прасад будет примерно так же различаться. Будет прасад каништа, мадхьяма и утама.
We want powerful, pure prasada. Поэтому мы хотим, чтобы прасад, ну, был очищающим таким. And then when you have that nice prasadam, then you make many devotees. You bring many people to Krishna consciousness. Такой вот чистый прасад могущественный делать, то это привлечет много людей к сознанию Кришны. Спросите? Да. Подожди, ты уверен? Спросите. He's asking, can you cook some? Something. Дю прасадам. Утама прасад. But we're all supposed to be pure devotees. Мы также должны становиться чистым преданным. А вы пробовали прасад Шрилы Прабхупады? Did you taste прасад Шрилы Прабхупады? Конечно. I tasted Prabhupada's remnants. Да, я вкушал остатки пищи, которую Шрилы Прабхупады кушал. А нет, в смысле то, что готовил Прабхупада. Вот Шрилы Прабхупада cook himself. Он же иногда готовил, приезжал. Well, Прабхупада didn't cook all the time. Some rare times Прабхупада would cook. I never. Ну да, то есть Прабхупада, может быть, ну, в ранние вот годы, то есть когда он только присоединился, там готовил еще, но потом уже, ну, фактически, практически не было такого варианта. Редкие были, да, случаи, когда. We have to all become pure. We have to be strict. Then our prasadam will also be good. Мы тоже должны становиться чистыми, с такими строгими, тогда наш прасад будет тоже на высоте. We want to offer the best to Krishna. Мы хотим предлагать Кришне самое лучшее. And then when you give the best to Krishna, then Krishna appreciates. He will give so much in return. Да, мы Кришне предлагаем самое лучшее, то Кришна это оценит, и в ответ он даст гораздо больше. He will send many devotees, send many new devotees. Он пришлет много новых преданных. He will help us to spread Krishna consciousness. Поможет нам распространить сознание Кришны. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki, Jai, Shri Prabhupada ki, Jai.